11 сентября. Вот единственная цинния махровая. Хотя вот те желтенькие тоже стремятся стать махровыми. Но они гигантами не выжили, не выросли. Вот не махровая самая первая. Георгинчик вместе с гелиопсисом варигатный. Вот рудбекия рассеченная отцвела. А ежевика натчес стала жутко расти. Текс. Гладиолус. Кто тут расцвел? Розовый. Прелесть рая. О, бахромчатый. Парники. Поправляется огурец армянский. Помидорки сорта маниста изумрудная от фирмы Гавриш. О, вот это бархатцы насеявшиеся. И там дальше земклуника. Гладиолус, пожранный трипсом, скорпион. Лила, нельзя. А вот это, наверное, Анна Герман. Вроде не вирусняк. Так, вот тут вот должен быть вечерний баранаул. Пожранный трипсом. Зебра, бутоны. Так, вот это. Тут лобазновские были. Какой-то розовый. Валентина, что ли. А вот в конце неизвестно, какие розовые. Белый миксбордер в рассвете. Космея. Вот она махровая стала. Почему-то. Ну, красивая. Лепестки сросшиеся. Астра, наверное, новобельгийская. Девичьи хризантемки. Очитник белый. И вот тут розовая. Розовая космея. И вот еще одна белая немахровая. Флокс тут цветает красивенький белый. Ну, больше пока смотреть не на что. Астры еще не цветут. Повторно. Тамашечки зацвели. Так, на компостных кутях рядом мак еще нет. И безвременник обыкновенный прошлых хозяев. Доцветают флоксы страшненькие. Но тут надо уже семена обрезать. И вот там еще кучки. Кучки безвременника. Красота. От Николая Ивановича ползут хорошенькие астры. Красавчики розовые.